Агрессия или по-другому нападение – сложная эмоция, которая наносит вред не только проявляющему, но и окружающим. Каждый из нас так или иначе с ней сталкивался. В библиотеке номер один для школьников прошла лекция на тему «Агрессивное поведение в обществе». Дети узнали, как контролировать агрессию и реагировать на такое состояние. Мы бы хотели сегодня нашим детям дать возможность и прожить агрессию, и научиться с ней справляться, и конструктивные способы, когда кто-то к ним обращается агрессивно, применять какую-то теоретическую часть дадим. Кризис с внешним миром начинается именно в подростковом возрасте, ведь дети очень чувствительны к различным эмоциям. Поэтому работа с психологом важна не только для детей, но и для их родителей. Если у нас в семье есть готовность работать, если все в семье хотят справиться с этим, то обычно результат не заставляет себя долго ждать. А если в семье бывают часто ситуации, когда у родителей есть свои вторичные выгоды, не всегда осознаваемые, то, наверное, здесь уже мы будем переходить на работу уже с родителями и с личностью этих родителей. Несмотря на серьезную тему, ребята активно участвовали в обсуждении, играли в тематические игры и находили разницу между агрессией и агрессивностью. Агрессивность – это когда ты агрессивен, то есть тебе что-то не нравится, то есть ты злишься. Агрессия – когда ты уже это выталкиваешь из себя. А вот Даниил может даже поспорить с психологами на тему агрессии. Мальчик увлекается физиогномикой и легко распознает, агрессивен человек или нет. Есть очень много признаков, как можно понять, человек агрессивный или нет. Но он может скрывать в себе то, что он агрессивный, просто идя как обычный прохожий. Психологи утверждают, что без проявления агрессии не сформируется личность. Поэтому уже с ранних лет нужно правильно доносить до ребенка точное понятие агрессии и агрессивности. Важно общаться с детьми о том, что их беспокоит, чтобы они не закрывались в себе. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».